Друзья, привет всем. Я Димас, канал Кузер Бразер Хукс. И сегодня будем опять готовить штуку по деревенскому укладу. Ну, всем знаменитую, как бы, англосаксонскую или американскую название этой яичницы скрэмбл. Все фанаты вот этой штуки во всех заведениях больших городов достаточно. А мы вот тоже приготовим на свой лад так называемый скрэмбл. И попробуем, что из этого получится. Наша подача будет. В канале такого завтрака еще нету. Надо как бы отметиться. Так что сейчас пойдем готовить. Что для этого нужно? Нам понадобится. Можно без тостика делать. Ну, вот у нас завалялся кусочек фокаччо. Мы будем его использовать как тостик. Вот, можно просто, как бы, кто следит за фигурой, можно без тоста съесть. Масло сливочное нужно будет. Обычно идет скрэмбл сливки, жирность 35-30, там, чем жирнее, тем лучше. Мы молоко взяли обычное, и все. Три яичка у нас. Или два, сейчас посмотрим, сколько поместится на сковородочку на нашу. Так что сейчас пойдем обжарим тостик и будем наш скрэмбл готовить. Друзья, ну вот мы перешли на нашу импровизированную кухню, на нашу любимую плитку, и делаем наш скрэмбл на наш лад. Добавляем масло, сковородка должна быть не слишком нагретая быть. Разбиваем яйца. Вот, добавляем молоко. 50 грамм. И все, переносим это все на конфорку уже включенную. И начинаем мешать. У кого что есть, лопатка, палочка. Напомню, что это у нас как бы не настоящий скрэмбл классический, а именно вот яичница болтуньи, как все привыкли готовить дома. По крайней мере, я так готовлю. Скрэмбл мне не очень интересен, он слишком опасный для желудка. Смотрите, вот затягивается. Ну, как бы, чего вас учить скрэмблу? Вот затягивается, это вот уже есть готовка. Кто-то снимает с огня, немножко сдвигает и помешивает, он затягивается. Как все делают правильно его. Я редко это делаю. Я готовлю всегда на конфорке, на плите. Не рекомендую есть это людям с слабым желудком. Вы просто переведете продукт. Если вы хотите почиститься, пожалуйста. Не вопрос. Минус молока, он более нежный получается. Как бы скрэмбл за сливок, почему он более такой... Они быстрее схватываются. Молоко, оно более такое слабенькое. Но при этом для желудка полезно. Вы сразу в туалет не убежите. В принципе, вот это уже и есть скрэмбл. По англосаксонским вот этим всем темам, мишленам и тому подобным правильным кухням, это уже вот есть вот что-то похожее на настоящий скрэмбл. Вот такое вот состояние прям вот. Он сейчас постоит немножко, соли добавить, и он уже вот есть, он сейчас как бы подойдет. Из-за этого они снимают всегда сковородку, и она у них стоит, остывает и доходит, потому что это яйца. Но я как бы не люблю такой скрэмбл, мне он не нравится, потому что не то, что у меня слабый желудок, ну, это невкусно. У нас как бы вот яичница болтунья совсем по-другому делалась. Чуть-чуть еще больше затягивалась. Всегда делали вот и бабушка, и мама, ну, у всех, наверное, родителей кто-то делает такое подобное. Я люблю больше затягивать, сушить как бы яичницу. Такая она мне в таком вот состоянии не очень нравится. А вот она, когда начинает шипеть, это уже да, это уже прикольно. Она как бы немножко, лишняя влага уходит. Вот это вот болтунья яичница. Смотрите, да? Он начинает форму держать. Пышная. Вот это вот прикольная тема. Я считаю, вот такой настоящий скрэмбл. Он как бы не горит, не подгорает, но лишняя влага уходит. Смотрите, все. Вот. Вот это, да, вот это прикольно получается. Он держит форму, а не плывет. Как бы, ну, опять же, это на любителя.
все. Ну вот, друзья, вот мы пожарили наш скрэмбл, так называемый, и выкладываем на наши тостики. Солью я рекомендую все это солить потом, когда готово, немножко сверху присолить. Можете посолить сразу. И поперчить тоже. Замечательные специи, 4 перца. Очень ароматный перец. А, друзья, ну вот смотрите, у нас получилась такая штука. Вот такой наш скрэмбл. Яичница болтунья. Трясется, прикольная такая. Будем пробовать, что у нас получилось. Как бы на вид вообще идеально. Мне кажется, в ресторанах такое даже не попробовать. Нежный вообще. Но вот он чем отличается? Молоко, он более нежный. И немножко его прожарил. Мне такой больше нравится, реально. Я не побегу после него в туалет. И обязательно тост попробовать. Вкусным хлебом, это божественно. На нашем канале появился скрэмбл. Пробуйте, готовьте, все просто. Такой вариант, сельский вариант нашего скрэмбла. С вами был Димас. Желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что с нами. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.